Why waste a good opportunity for pain? Я чумной доктор. Я выжгу эту заразу дотла. Кровавые. Стулбоксами с большими, причем. Ой, жопа сейчас мне будет. Так, ну вот эти две, наверное, скорее всего, генерашеры. Двайт, не знаю. Дэвид стопроцентный мансер. Ну, хоть для разнообразия на колду не поиграть. А то я только за Стива постоянно на колду вылетаю. За маны что-то я давно не... А, нет, за Пирамид-Хеда здесь играл и получил пиздячку. Так, ну у нас там два стулбоксами, один кровавый Дэвид, нахуй. И Дуайтик непонятной ориентации. Посмотрим, посмотрим. Так, ну здесь, в принципе... Светлая карта, как бы, поэтому здесь, как бы, мне лично попроще, потому что старость не радость. А на тебя! Начинаем дискотеку. Прости, Фэнк. Я не хотел, но ты первая попалась. А, это не Фэнк, это Джейн Ромеро. А, ну туда ладно. Ее можно пиздить. Не успела зацепить ее. А че оно как-то не так срабатывает, как обычно? Ток прошел, она сбросила палетку и только потом ее накрыла. И чё ты пыталась вычудить? Я слышу, как ты, блядь, кряхтишь, нахуй, кослица ёбаная. И нет, это не придирка, у неё реально какое-то вот кряхтение такое противное. Это ещё Влад подмечал, блядь, что она, блядь, в натуре как будто ослица какая-то. А ну-ка. А где он? А, вот попался. Но я надеюсь всё-таки собрать однажды гениальный билд доктора, чтобы просто уничтожать его. Всех и вся на свете. А, я ему еще купил этот розыгрыш. Ну, чтобы повеселее жилось. Но розыгрыш я ему не хотел. Мне нужны совсем другие перки для него. Мне нужны... А, я думал, у меня сейчас палетка греет. Блять, они что-то понерфили, что ли, доктора? Почему его ток сразу не прошибает? Раньше прошибало, а сейчас что-то нет. Да ладно, ну как ты так промахнулся? Так, ну ладно, короче, мы не будем за ним бегать, это мансер, пошел нахуй. Пойдем кого-нибудь другого поищем. Ну я сразу по кровавым шмоткам, и вообще как бы Дэвида с ихним орехом, они постоянно мансят, так что... Опять ты. Иди отсюда нахуй. Но он меня байтит, по-любому. Иди отсюда, сука. Ну где вы, собаки, спрятались? Так, а вот и ФНГ. Так, ну она на ускорялке побежала. Так, ген один дали. Отмансин, этот пидорасин отмансил один ген. Так, их там двое сидит. Я их видел. Идем нахуй выдавать звездюли. Так, Двайт пошел за дерево и думает, что я, бля, его не вижу, нахуй. Сука, да что ж я такой косой? На, нахуй, по жопе тебе, блядь, колючкой. Так, а у меня что там? А, у меня есть наед, если что. Дэвида мы с наедом тогда снимем, нахуй. Да ладно. Надо было, чувак, на комбайн бежать. У тебя был бы шанс. Да что ты, блядь? Что-то я, походу, дело сблывался с других маньяков, у которых выпад неистовый просто, блядь. За доктора я как-то, блядь, не дотягиваю постоянно, блядь, удар. Где ты ген чинится, сука? Я слышу, блядь. Не могу понять, где. Сейчас поймем, подожди. Ну-ка. Опача. Что? Нет.
Кстати, они в скилл-чек-то попадают. У меня же стоит перегрузка, как бы. А там такая сложная достаточно штука. Так, что у нас? Два повешения на один ген. Так, она справа. Я успел заметить краем глаза. Она еще и наследила, дура. Да. Гусик несообразительная. Так, куда она делась? И правильно, и под крюк веди его. Молодец. Так, там кто-то еще пробежал. Я не успел заметить, кто именно. О, а здесь-то пары, кстати, висят, а не это. Не ножики моего сасного куна. И что ты там выглядываешь, сука, беги на. Не буду я даже на тебя, блядь, время тратить, собака. Так, давайте-ка два это тогда потушим опять. Я вот просто не помню. По-моему, когда доходят до максимальной стадии безумия, они ничего не могут делать. Ну, типа, брать там палетки, сбрасывать это все. Лошара, блядь. Предсказуемый, на. Мне даже не нужен был этот подсвет, чтобы понять, что он сейчас в окно нырнет. Так, а что они три гена уже дали? Чё-то как-то ты сегодня, доктор, не в ударе, походу. А, блядь, это мой клон, сука. О, и ты здесь. Так, ну всех расхитовали, кроме Дэвида. Но Дэвида мы игнорим, потому что он монстр ебаный. А я... Меня вот это вот бесит. Блядь, ее, блядь. Сука. Она меня еще крутить тут пыталась посреди поля. Так, ну я тут говорил, что карта светлая, я все вижу, а я нихера не вижу, блядь. Все равно. Так, а где крюки-то все? А, вот один. Они там еще Генри реально решили повзорвать, да? Так, ну за этим мы не бежим. А че, он там один сидел, что ли, да? Опа, а вот и Двайт нам. Спрыгнуть решил, да, с комбайна со своего? Ну давай. Лох поганый. Ну и... А он что, в кровавой, что ли, шмотках или чели? Мне проглючило. Они меня там как раз крюк освободили. А вот этот придурок что пробежал? Думал, я сейчас на него сбайтюсь, нахуй, вместе с этим? Совсем, что ли, дурной? Так, ну ладно, давайте... Джейн до туннеля, может. Или кто? А, это ФНГ. Тем более. Всем раздаем, ну. Чтоб никто не скучал, ребята. Чтоб всем было весело. И они все сейчас ломанутся к этому гену, скорее всего. Нет? Он же мега горяч. Вы чё, ребят? Как так-то? Так, все выхилились, да? Так, на этого мы не байдимся. Он сейчас пойдет ее снимать 100%. Понимая, что я на него не байтюсь, он пойдет ее снимать. Вот там, возможно, мы ему хотя бы хита выдадим. Нет, не пошел. Уводит меня. Ну, ладно, я пойду туда искать кого-нибудь другого. Главная ошибка в ДБД — это вестись на мансеров, которые охуенно умеют водить. И они могут, блядь, отмансить, там, блядь, все гены, блядь, все пять. А ты, как дурак, будешь за ним бегать весь матч. Тут главное вовремя понять, с кем имеешь дело. Ген жахнули, да, отлично. Ну, они опять там к этому гену все сошлись, я понял. Всех захерачил или только... Не, там еще бабу какую-то шел.
Так, ладно, мы ее не будем поднимать, мы ее просто выведем немножко из игры. Они неплохо разводят, кстати. Они вот, следы-то ведут к ящику, как будто типа она там в ящике кто-то спрятался, а на самом деле нихера. Я, кстати, так тоже иногда делаю за сорва, если честно. Блять. Ты падла толстая, иди сюда, ну. Вообще в отношении Джейн, конечно, забавно. Сука, недолет. Да как ты... Да как ты по такой жирной жопе можешь промахнуться, мужик? У него же задница в окно не пролазит, но... Ну, кстати, она меня тоже уже бесит, на самом деле, потому что она, блядь, крутит очень ловко. Ты иди, сука. На, нахуй, хоть раз ему хит дал, блядь. Тут заебал он меня, вот, мразь. Так, давайте мы, знаете, как сделаем? Залочим ему одно окно, чтобы неповадно было. Так, ну ладно, меня отводят куда-то в сторону, и я тогда за ним не побегу. Мне надо вот эти два гена держать, потому что они очень горячие, они их сейчас будут дочинивать. А мне надо их ломать, чтобы усложнить им жизнь. Нет, сука, тот все-таки завели... А, нет, завели другой, да? А здесь кто тогда был? Я думал, они тут все тимы носятся. Блять, а как ты... Как она умудрилась съебаться и не оставить следы при этом? Вот так вот! Так, ладно, контрим сразу одно окно. Опять этот ёбок. На, сука. Я просто поиздеваться решил над ним. А, кстати, неплохо так. Он же притормаживает от того, что его током бьет. Я так и смог его догнать. Сука. А, у тебя еще и эта хуйня, блядь. Ну, как всегда. А, подожди, это жирная? Сучара, блядь. На, блядь, мразота ебаная. Вы что, думали, все, что ли? Нет. Продолжаем дискотеку, на. В натуре они за это время могли бы уже пойти к третьему гену и его починить. Они хуйню какой-то страдают. Но будем надеяться, что они не в курсе про существование третьего гена и не знают, где он есть. Фанга. Попалась. Вообще я Фэнгу хотел отпустить, но по ходу дела, кроме нее, мне никого не светит сегодня убить, так что мы ее заберем с собой. Чтоб хоть не с пустыми руками уйти. Я ей как бы давал шанс один раз, но только один.
Так, ну они туда вернулись, на Мугену 100%. Там еще Джейн расхитована. Ее тоже один раз, кстати, осталось повесить, эту скотину. Так, ну все, этот ген умер. Официально. Так, мне надо статистик Бласт набрать, чтобы выпалить, где они прячутся. Ага. Я уже понял, блядь. Тварь ебаная. Так. А мы вышибаем здесь дверь и тащим ее в подвал. А, ну она сама, видите, подползла к подвалу, чтобы типа я побыстрее ее убил. Это тебе за шкаф, сучка. Ну ладно, минус 2 сделали. С трудом, но дали. Сука, а как он увернулся, черт, блядь. Понял, что я сюда иду. Так, мне надо тушить 2 это вообще, в принципе. Угу. Ну, ладно, это мой косяк, да, я промахнулся. Ну, вы, ребята, меня уже замотали, честно говоря, и поэтому... Я бы, может, еще отпустил Фэнк, но из-за вас она погибла. Ты сам хотел под этот крюк сесть? Ну, ладно. Как скажешь, приятель. Миссия. А, он тоже все на выход, да? Ну, а героический мансер красного ранга сейчас убежит, конечно. Ну, чтобы вы понимали. Он уже, наверное, на люке сидит, там ждет. Я как бы не знаю, где здесь люк, так что... Думаю, он найдет быстрее меня. Ну да, 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 он меня байтит, потому что там люк. Ну давайте посмотрим, что у нас там было. Кто такие крутые у нас игроки, блядь. Ладно, я беру свои слова назад. На поле не очень-то круто, блядь. Они очень хорошо крутят. Серьезно, блядь. 18 ранг, нахуй. Да камон, блядь. Кому вы рассказываете, блядь. Красный ранг чистой воды, блядь. Так, у нас 3 пекаря, 1 консольщик. Игра по-прежнему бликует что-то. Причем один из этих пекарей только что был в катке в предыдущей, и за Фредди меня опустили. Я просто остальных не запомнил. Может, там 3 человека в тиме, они реально играют. И это вот как раз из этих вот этот чувак, это тот, который был там вот в той тиме. А как он меня не услышал, не увидел и вообще ничего? Что это значит? Они же там имбой были, просто боженьками. Туны это генрашили по-черному. Как ж так-то, блядь? Как ж так-то теперь проебался, парень? Оп, что-то происходит, идем туда. Так, ну ладно, если уж Фредди за туннель загенрашили, тут вообще ловить нечего. Да вижу я тебя, мразь. Нет? Я думал, окно прыгнет. Так, ну ген уже дали, кстати. Что, кстати, было ожидаемо. Так, попробуем его подрезать. Нет, не про канала. Так, ускорение есть.
походу дела нет. Так, ну это вот консольщик, кстати. Какой-то тепленький консольщик, я бы так сказал. Фанатизм, к сожалению, опять не сработал. Там, видимо, наверное, в каком-то радиусе от крюка надо находиться, чтобы это самое. Ну, чтобы, короче, ваншотить. Так, ладно, два повешения. Так, я вас вижу, ублюдки. Ловите заряд. Так, мы... Что мы делаем? Мы бежим за кладеткой, надо ее туннелить. Она наверняка, скорее всего, сидит там, лечится где-нибудь. Так, и кладетка растворяется. Как всегда. Печально. Печально. Не дотуннелили. Жаль. Так, а там генератор этот хуй чинил, надо пойти поломать. Ну да, конечно, без убойного билда на сумасшествие эта штука-то не особо хорошо помогает. Ага, о, вот и наша кладовочка. Ну посмотрим, как... Пока не впечатлен. Можно было и лучше. Да ладно, серьезно? Вот так вот глупо? Пиздец. Да. Это точно та кладетка, которая была в предыдущей катке? Она ж тупая, как пробка, блядь. А, ну да, там, наверное, команда была сильная, и они как бы прикрывали ее. А сама по себе-то она, наверное, просто овца поганая. Ну ладно. Ладно. Хорошо. Пока неплохо. Да-да, я знаю, туннелинг это нехорошо, но, блядь. Генраж тоже нехорошо. А они только этим и занимаются. Дайте мне заряд. Мне нужен заряд быстрее. Почему нет каких-то аддонов, чтобы быстрее заряд пришел? И что, опять кладетку только щелкнул? Да. А тот, кто ее снял? Что происходит? Ага. Понял, выезжаю. Что, они справились, да, с моим этим? Вон отсюда, тварь. Ну, то есть он скилл-чек не выловил. Так, а там где-то была кладетка, нахуй. Может, ее пойти до туннеля, до конца, раз уж она там орет. Осколок, возможно, кончился. И... Может, не повезет ее загандошить все-таки? Ага, он Джилл. Дело не делается. Где ты, Джилл? Что, фонариком хочешь посветить? Давай. Пошла нахуй отсюда. Так, кладетка пытается уползти. Ну, ее берем. Осколок? Нет осколка. Замечательно. А, ну понятно, что Джилл пыталась сейвить. Потому что осколочка-то нету. Значит, они в команде, сука, все-таки играют. Так, до свидания. Нет, жаль. Ладно. Одного угандошили. Хорошо. Неплохо. Ага. Я уже все, я бегу. Что? Сундук. Короче, блядь, там какой-то перк есть, типа на отвлечение, что ли, или что-то в этом духе. Типа ты слышишь звук, а на самом деле ничего не происходит. Я просто у Сереги что-то такое видал. Так, ага, кто-то бегает. Лох поганый. Так, ну это тоже какой-то тепленький парень на самом деле. И тебе, на.
Так, мы идем туннелить Леона, потому что он уже висевший разок. И бегает он как-то не очень, по-моему. Ага. Там была палетка, чувак. Ты мог спастись. У тебя был, сука, шанс, парень. Ёб твою мать, вот ты лох поганый. То есть, короче, если бы он бежал в палетку, он бы еще мог добежать ее, сбросить и как бы продолжить жить. Он этого не сделал. Так, это Джилл? Какой странный крик, я раньше таких не слышал. Ага. Так, Леню сняли, да? Ага, я тебя понял. Вот смысл этого, во-первых. Ну да, чуть дольше мне придется ломать ген. Ну и что? Так, ну эти не идиоты, они не стали лечиться под этим. Так, наша невидимая кладаточка. Блять, она настолько невидимая, что просто в упор не увидел ее, когда она ко мне подбежала. Да, ну тоже какая-то не особо смышленая, я бы так сказал. Вот что это было сейчас за странный фортель она выдала? Какой-то бессмысленный совершенно. Ну ген они, наверное, сейчас дадут уже, я так чувствую. А, нет, они лечили Леона, если у нее самохила не было. Так, чекаем. Никого. Значит, они куда-то далеко смылись. Так, тут что-то тарахтит. Ломаем. Там. Не тарахтит. Ага. Сидит курва. Ну, я не буду его ломать, потому что, скорее всего, она его там это самое. Угу. Я тебя понял. Мне не хватает фейковых палеток, если честно. Так, давайте не будем за ней бегать, пизду ее, потому что она хорошо бегает, я так понял. Давайте лучше этих двух долбоебов за туннелем. Так, я сделаю ли он, что я тебя не видел, да? Что я типа слепой дурачок? Да? Вот опять он тут же ошибку совершает. Он не бежит в палетку. А чё она его сейвит? Он же не раненый. А, ну да, ему же один раз остался повисеть. Ну, чувак. Такова жизнь, что я могу тебе сказать. Ты умрёшь. Молодец, сам к крюку прибежал, красавчик. Так, на всякий пожарный. Выбиваем им тайминг, чтобы они меня, значит, фонариком не оглушили. Все, до свидания. Так, где ты там, моя дорогая? Иди сюда. Твоя очередь погибаться. Так, ну та пиздуся дала ген. Так, а эта пиздуся ранена, да? Да, ну кладетку на этой карте тяжело вычислить. Слышу стоны. Да. Стоны-то я слышу, но только я не вижу ни хрена ее. Она где-то рядом. Ничего, ничего, сейчас я ее вычислю. Понеслась. Ага, все, я вас понял. Я вас понял, я бегу. С
самохилится, сучка сидит. Надо было прыгать, Кладетка. Надо было прыгать. Джилл там в хуй не дует, знай себе, чинит гены, вообще и похеру. Хотя зачем фонарик, спрашивается, брала? Она же даже никого не пыталась сейвить. Так, ну это подвал. Это какой, второй раз? Да, второй. Ну а теперь можно, блядь, поохотиться и на мансеров. Ну мы ее, конечно, подкемпим немножко. Ибо выиграть-то хочется. Нет. Или она ее продает и на люк садится. Ага, все. Понял, принял. Давай, сама беги в подвал. Успею ее стукнуть или нет? Успел. Так, ну-то фонарика нет. Бегает она так себе. Так что, возможно, нас сейчас ожидает минус 4. Так, я вижу убегающую задницу. А, сука, она продается. Она продается, потому что та знает, где люк. Он сказал, сука. Ага. Давай. Я тоже теперь знаю, где люк. Давай. Вот отлично, она просто продалась ради ничего. Так, а у Кладетки был адреналин. Ну что ж. Игра становится интереснее, интереснее, да. Посмотрим, посмотрим. Бля, ворота так далеко друг от друга, это ж пиздец. Но она к дальним, наверное, лобанулась. Я думаю. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Ничего не видно. Бля, и так удачно они ворота поставили, короче. Здесь вот все время какая-то преграда. То есть издалека не увидишь, а лампочка горит, не горит. Значит, она тебе все-таки открывает, по-любому. Дерево ебаное какое-то. Ага. Вижу. Понял, принял. Сука. Да нет, на. Не, ну вы видали, какая наглая прям. Она из последних сил прям старалась, на. Прям уворачивалась, уворачивалась. Не, ну я, конечно, понимаю, воля к жизни у бабы есть. Тут не поспоришь, тут респект. Но, ребята, извините. Если уж вы Фредди загенрашили, нахуй, пощады не будет никому. Доктор тоже хочет иногда повыигрывать, а то его опускают в последнее время. Ну чё, минус 4 за доктора, нормально. Неплохо. Давненько такого не было. Я уже стал разочаровываться в нем постепенно. О, 33 тысячи нафармил, плюс 2 капу. Неплохо. Четвертый ранг. А это что? А, это вот, наверное, как раз вот эта Кладетка и была сейчас. А это, наверное, да, с фонариком это Джилл. А, ну вот эти два, оно видно, да, то есть вот двадцатка просто. Я подошел к ней, она сидит и даже не попыталась ничего сделать. Ну и Леня тоже как-то херовато так бегал. То есть как бы, ну, понятно, да, это Фредди там всю зеленую команду дали, они его загенрашили, а тут-то понятно, тепленькие. Ой, ебать. Ну, ваш черный прикид вас не спасет, ребята, блядь, как бы... Электрошок нахуй решает в этом вопросе. То есть ваш стелс только что нахуй был послан. Доктор вам не отстелсить, ну никак. Так, причем это не команда. Два пекаря, один этот сурф, это уже хорошо, потому что если команда играет, это пизда. Особенно если красная. Ну, еще одна, блядь, стелсерша ебаная. И тоже, ну, это понятно, что она как бы левая, потому что долго ждали ее. То есть у нас, короче, как минимум
два консольщика, которые друг с другом не коннект. Пекари, возможно, вместе играют. Какие-нибудь БЛМ, блядь. Так что уже, короче, хорошо. Вот почему важно играть с кроссплеем в данной ситуации. Во-первых, я, ну, как-то пекарем, мне кажется, тяжелее с компа играть. Хотя крутить они могут, нахуй, мышкой, будь здоров. Но когда у тебя смешанная команда, блядь, с пекарями и консольщиками, ты наверняка, сука, знаешь, что, блядь, они точно не по связи друг с другом играют. Хотя, ну, доля вероятности есть, если через Discord вдруг там где-то что-то. Ну, хз, как бы, маловероятно. Шанс такой бывает, но лично я бы не стал такой хуйню заморачиваться. Там еще неизвестно, как они объединяются вообще вместе друг с другом, блядь. Но с другой стороны, ладно, они, считай, три разрозненные команды друг с другом не общающиеся, блядь. Но, блядь, они могут быть все четверо красного ранга, и каждый из них может надрать мне задницу. Просто каждый. Так, опять, блядь, доктор на колдвине. Да, везет тебе, чувак. Так. Ну, в принципе, здесь есть фенга, но она какая-то не фенга, а какая-то разноперая, блядь, таких не люблю. Да я вообще сегодня до 9 вечера работаю, очень злой, так что щадить мы никого не будем. Я помню, как вчера меня унижали, блядь, просто за Трикстера. И я буду мстить. Жестоко, да. За доктора это весело. Кстати, я взял перк этого... Как он называется? Трикстера как раз-таки фанатизм. Если я буду кого-то таскать, я буду делать бобо. Так, ну они, по идее, должны были рассосаться, но если у них мозги есть. Ну что, прям... Отлично. Загенрашили, суки. Я тебя понял, да. Ну, давай посмотрим, как ты бегаешь. Бля, карта-то светлая. А, бля, там подношение, интересно, на карту не было? Как-то, блядь, удачно вы, блядь, все в коричневом на этой светлой карте. И никого, да? Охуительно. Так, ну я понял, это Тима Стелсеров, потому что она просто завернула за угол и растворилась, нахуй, в воздухе, нахуй. Ясно. Тяжело будет. Ну и уж тем более я был прав в своей мысли о том, что без пощады, нахуй, надо тушить просто жестко. То есть прям тоннелить по-черному этих упырей. Нет, не угадал. Переиграл. Отлично. Они дали второй ген, ну суки. Короче, ладно, я понял, этот матч проебан. Факт. Да ёб твою мать, во что ты там уперся, ну? Так, ну за этой сука мы не будем бежать, потому что она, видимо, ман совместный. Так, а, что, ген взорвали, отлично. Я иду. Бегу. И ты бежишь. Отлично. А я знаю, что он хочет. У него же самоспрыг. Ну и чё, с ума спрыгнул? Не-не-не-не-не, ты думаешь, я буду палетку ломать? Не угадал. Так, ну мы сейчас на нервах поиграем немножко, да? Так, она пытается уползти, может у нее нет осколка, я надеюсь на это. Я тебе не советую, подруга, у меня фанатизм, но... Он кончился, отлично.
Так, я слышу мужчину. Валяйся. Так, ну а сколько у нее, походу, дела нет, я так понял. Так, все, затуннелили нахуй одну. Без всякой, сука, жалости. Потому что они, блядь, генрашат. Генраш наказуем, генраш наказуем смертью. Ну да. Они три гена дали. Пока я генрашил, топил одну эту кладетку. Так. Ага, опять эта тварь. О, я говорил, эти пекари, они крутить умеют, пиздец, нахуй. Так, ладно, мы не будем за ней гоняться, это определенно байтит она меня, эта сучка. Это просто, я прям сразу понял, что это мансер. Так, а фанга моя одержимость, кстати. А, у меня же ненависти нет. Так, ну я не слышу диких воплей. Мне нужны крики безумия. Не повезло. На перерез пошел просто. Так. Она к окну? Нет, не к окну. А вот теперь к окну. Еще к одному. Легла она. Ну, не сказал бы, что она прям супер-дупер-мансер. А, это как раз... А, это и есть Фэнк. Ну, я как бы по куртке смотрел, что это Фэнк, но вроде как что-то не очень она была похожа по волосам. Волосы как у Кейт. Так, они там уже в амбаре, сука, бля, по-любому чинит тот ген. И я бегу туда. Прям бегом. Нет? Не зацепил, жаль. Ну, мы посмотрим на всякий пожарный, вдруг. И да, у меня, кстати, есть еще наед. Ну, я просто хотел дать ему понять, что я его увидел. Так, ну та идет снимать фангу, я бегу за этим, значит, никто не чинит гены сейчас, в данную секунду. Ошибка. Я знал, что он будет прорываться к этому окну, потому что то залочено. Ага. В смысле? А, ну да, он же этот ебаный компер. Пекерь. Тоже крутит. Так, ну эти две, наверное, сейчас сидят на гене, скорее всего. Но мы хотя бы одного вытащили пока что. Из игры выбили. Отлично. Блять, полезно Серегу смотреть. Серега прям мне советов надавал хороших. Хоть он и за Ghost играет, там совсем другая тактика, но... Все равно. Да, тоннелить плохо. Но против генраша все-таки... Против лома нет другого приема. Они издеваются надо мной, они не дают мне фармить. Двери обе две открывают всегда. Чтобы я еще меньше очей заработал. Конечно, я буду их наказывать. Так. Тут, возможно, где-нибудь фанга тусовалась. И чинила. Так, тут вроде не заводят. Этот заводит. Они, кстати, неплохо, наверное, работают. Потому что они перегрузку только один раз, я помню, взорвали. Ага, я так и думал, что они под крюком будут. Ну что, за этой дурой погоняться, чтобы посмотреть, что она умеет. Так, ну тут сейчас начнется абьюзинг, нахуй, поэтому я делаю вот так. Лишаю ее окна.
Вот ток прошел, как бы, ага, окно разблокировалось. Промазал. Короче, ладно, понятно, не догоню я ее в пизду. На тебе удар током, и я пошел. А, ну надо ген еще поломать точно. Мало ли тут его кто-нибудь заводил. Так, а мы пойдем искать остальных, потому что, ну, тратить... Я просто много времени потратил и так. Понятное дело, что я ее не догоню, это красный ранг 100%. Все, проглючило. Так, ну вот если они заведут тот ген, это все, это им конец, потому что это будет треугольник просто изювейший для раскрутки. Что? Мансиш, заебись, а скилл-чек поймать нет? Сопля ебаная. Я тут пойду прочеку, потому что они наверняка там сидят, они поняли, что... Ага. Нет? Сука. Куда что делать, падла? А, туда побежал. Ну хорошо, беги, беги. А, вы все тут собрались, дятлы. Ну, сейчас я вам дам. Нате, ловите. Так, фанга на максимум безумие дошла, это хорошо. Она немножко вышла из игры. Бля, я за ней как раз и бегу, да? А где этот Адам? Вест? На минималках. Так, ну это пошла сейчас у себя приходить. Так, ладно. Проебала. Скилл-чек. Но она уже вышла из этой состояния безумия, я понял. Бля, вот мне бы здесь кого-нибудь потушить. Тут подвал. А, нет, тут не подвал. Попалась. Так, ну в принципе мне как бы по барабану на то, что она моя одержимость, потому что у меня нет ненависти. Без ненависти это не работает. Не понял. А, аптечка. Аптечка, как обычно, выдает, блядь. Ну, пойдем, второй раз повисишь. Нормально. Не смертельно, блядь, пока что. Так, там круг далеко, да? Мы пойдем на этот повесим. Она что, даже не вырывается, что ли? Что-то меня не мотыляет. Ну, один ген от Мансилы-то, наверное. Да, так и есть. Тот дальний завели, я понял. Так, люк прям, вот охуительное место, блядь. Так, ну треугольник вот теперь остался, ну, не очень. И они, видимо, поняли это, что треугольник, все дела. Так, этот козел чинит, та снимает, я понял. Хорошо. Лачуга побежал. Ой, дурак. Ой, дурак, мог палетку разыграть там сейчас. Сука, слишком рано. И чё? А, он сейчас продал палетку. Зачем? Вот за что я люблю доктора, блядь. Все вот эти любители попрятаться нахуй по углам, блядь, просасывают. Так, кто-то что-то взорвал. Блядь, мне даже обидно, что я наед взял на самом деле, потому что, блядь, ну тут можно было так затащить без наеда. Хотя, если они сломали все тотемы, что вряд ли. Вести чувак. Так, у него вторая стадия, он сам не соскочит, отлично. Так, ломаем. Идем туда, где гены. Блядь, они так далеко. Нет, не зацепил. Так, ну понятно, я уже, я догадался, что вы здесь сидите, суки. Ага. Вдвоем решили загенрашить. Продать чувака и загенрашить. Так, ну мы фангу идем тушить, потому что она явно слабая, она бегать не очень хорошо умеет. И для нее как бы третье повешение — это смерть. А, ну я все равно не достану ее, да?
Так, ладно, это дали хита, а продолжаем преследовать Фэнгу. Где она есть? Она сейчас побежит обратно к Гену, 100%. Потому что он пиздец какой горячий. Просто огненный. Надо его защищать любой ценой. Так, это что бежит? Пизда? И опять не зацепил, да? Нет, но она мне не нужна. Так, вон негр бежит к генератору, я вижу. Молодец, продал палеточку сейвовую. Красавец. А мы вам еще добавим. Чем больше людей я доведу до полного безумия, тем больше шансов, что они не смогут пока, ну, короче, замедлиться их генраж. Дважды на одну и ту же хрень напоролась. Фэнк, ну ты что? Твою аптечку видно. Так, ну это все, она на выход. Ну они сейчас дадут ген, наверное, пока я донесу до крюка. Но это минус 2. Они что, к другому гену что ли ломанулись? Или что там происходит? Или это что-то среди поля, блядь, что-то произошло? Так, нет, ген они не трогали, значит они на тот убежали. Так, ну ладно. Нет. И прям под крюком. Отлично. И глаз Нюрса не понадобился. А все почему? А потому что она скилл-чек пропустила. То есть сразу видно, человек мансер, а чинить что-то и скилл-чеки ловить не могёт. Так, мы знаем, где люк, и она тоже, блядь. И надо успеть добежать туда, но вряд ли я успею, потому что эта пизда очень быстро бегает. Ага. Ну, как бы... Ну, люк нахуй респнулся, сука, блядь, на самом интересном месте. Просто на месте, блядь, всех развития событий. Вот из всей карты мы бегали только вот по этому пятачку. И люк, сука, должен был респнуться прям вот, ну, чтоб все видели, что он здесь. Чтоб все знали, что он здесь. Ну и что у нас? Нет, ну вот... Вот зелено-фиолетовая тима. Ну, согласитесь, это нормально. Вот это был действительно интересный матч, вроде как... Боролись, соревновались, нахуй. А не так, что просто тебя тупо загенрашили или тупо тебя водят, нахуй, вокруг одного пенька и хуй показывают, блядь. Ну, вот такие должны быть матчи. Да, я знаю, доктор он красных еще потянет, нахуй. Ну, вот для Трикстера выдавать ему красные команды, блядь, это изъебство просто, чистой воды. Для пешего мана, блядь. Это доктор имба, нахуй. Вот он может, да, всех порвать. Ну, в общем, так. Неплохой матч, хороший, мне понравился. Игра-сюрприз. Я просто отходил курить, не видел, что за подношения, их было много. Даже не видел, кто это, но, скорее всего, команда пекарей, потому что консольщики сейчас не играют. Блять, наверняка у них фонарики какие-нибудь, да, как обычно. Это бывает. Бля, ну, конечно, карта не очень. С другой стороны, фонариками здесь как-то тяжеловато. Ага, объект удержимости. Я тебя понял. Ну, а тут все собрались. На. Куль сама сказала. Сама захотела быть объектом пиздюлей. Обычно этот перк берут крутые мансеры, чтобы, короче, байтить на себя постоянно. Что? Не справились со скилл-чеком лошара. Если бы еще от этого ген нехерово откатывался, вообще бы цены ему не было. Я слышал какой-то движ. Олеса. Здесь есть Олеса. Кто-то играет за Олесу, кроме меня. Я думал, все только за Шерил играют. Ну, может, за Лизу еще. А что это мы тут делаем? Настолько упрямые, блядь, и хотят починить этот ген, что готовы умереть просто ради этого. Ай, ладно, хуй с ним. Так и быть.
И с фонариком, кстати. Да ладно. Вот и сук, крыса ебаная. Блять. Да как ты... Ну это понятно, это, короче, не просто Тима, это просто конченые ублюдки. Это тролли ебаные, я того рот ебал. Что там? Мэг? Уже выхилилась, сучка, ты смотри. Ну а леса там конченая, короче, я понял. Что, головка болит, да? Это вот тут, если бы они во время этих криков не могли ничего делать. Тупик. Угол. Ну, отлично. И здесь еще как раз прям сразу крюк. Неплохо. Два гена дали, отлично. Ну, генрашеры. Откровенные генрашеры. То есть они прям толпой бегают все и все чинят. Так, мы поломаем на всякий случай палетки. Никто не бежит ее снимать, да? Так, одна сучка, вторая. Жалко, фанатизм, блядь, не действует, не пойми как, нахуй. Так, ну посмотрим, как Двайт у нас бегает. Конечно же, я побегу за Мэг, ну ты чё? Серьезно, что ли? Ненавижу это, блядское место, где-то палетки сразу. Не побежала туда, смотри-ка. Так, насчет... Блядь, может у нее осколок, кстати? Видимо, нет, потому что ее прибежали сейвить сразу же. Так, где этот паскуда? Нет. Что, он в шкаф замыкался или что? Так, им еще два гена надо дать. А я пока только эту дуру два раза повесил, остальных даже в глаза не видел. Блять, что? Где проход-то на? Не, там вот можно было здорово. Тварь, блять. Где она? Там можно было здорово разыграть, кстати, ситуацию, но получилось не очень хорошо у меня. А, это ты. Оп. Что, добегалась? Плохая леса, неправильная. Осуждаю. Есть только одна леса, моя. Моя маленькая леса. А ты самозванка сраная. Презираю самозванок. Ненавижу, когда кто-то моих детей косплеит. Ну, точнее. Ну, вы поняли. То есть я в гонках терпеть не могу, когда кто-то за Нину играет. И вот здесь я осуждаю. Осуждаю подлую лесу, токсичную. Алиса не токсичная, Алиса добрая девочка. Зато я хотя бы знаю, какой гена ничего.
И на втором этаже инфосотка. И что-то село. Так, это Мэг. Надо ее тушить. Все, выводите ее из игры. Ну да, понятно. Отлично, переиграл. Для хлопця це виявилося повною несподіванкою. Ха-ха-ха-ха, дисконнектнулась. Знаем, плавали. Лучше бы она раньше дисконнектнулась, было бы повеселее. Что это у нас там бегает? Оп. Еще раз попробуешь? Нет? Решил по съебам дать? Ну давай, беги. Найс туннелинг мне написали. Да пошли вы в жопу, блядь. А, ну конечно, блядь. И в угол упал, отлично, молодец. Да ладно. Бежит, бежит, бежит. Беги, беги. Часами интересно снимать. Сейчас узнаем. Ну, у него может быть осколок. Поэтому его пока не берем. Так, а где вторая проститутка? Ну, они не дали гены чинит. Инфосотка. На втором этаже. Угу. Опа! Так, главное, чтобы Олеса не успела к этому. Оп. Ну и все. Вот так это делается. Конечно, да, возможно, у кого-то из них есть стояк, и он сейчас подскочит и побежит куда-нибудь. Мы будем надеяться на лучшее, что этого не произойдет. Так, ну этот орет. Enslaging 2. Она типа еще игру смотрит. Can't believe how bad are you. Я не могу поверить, как насколько плохо ты играешь. Ой, блядь, ну ты еще заплачно. Пиздец, прям на говно весь и зашел, чувак. А, кстати, это получается, что это этот, как он называется? Пекарь. Ой, этот консольщик, раз он не может писать. Не, я помню, я тоже так же, блядь, бесился всегда, ругался, когда мне там, ну, типа, кто-нибудь начинал там меня туннелить или кемпить. А почему я не вижу ауру? Где он есть? Так, ну этим все, пиздец. Они не убегут никуда уже.
Или потому что на второй стадии обе. Вот. Я как бы, да, я проходил эту историю. Не здесь. Может здесь? Давай, ты где там валяешься-то, бля? Кричат, кричат где-то, блядь, хуй знает, где он кричит там, паскуда. Ну, я, короче, его, видимо, не найду. Где-то я там видал люк, пока бегал. Ну, не помню где. Возможно, он, кстати, даже в этот люк и уползет сейчас. Вот это место очень похоже на то, где я его нокнул, но... Так, ну люк хоть по звуку можно найти. Адреналин не сработал. Ну, оно так умрет. Ну, не нашел, не нашел. А, вот он где. Привет. Спасибо, что приполз, друг. А то я уже отчаялся, то хоть очки заработаю какие-нибудь. Ну, хоть доктор сегодня что-то показал нормальное, а то все как лошары играли. Ну, в целом неплохо. Отлично. Русло скидли. Бля, почему? Вроде я так всех нормально нагнул. Не, ну, я, по-моему, мне кажется, я нормально сыграл, блин. Зеленые, фиолетовые ранги. А что за истерика-то, блядь, у этого хуеплета? Ну, эти оба эти консольщики. Пиздец. И что разнылся, как, блядь. Чё, меня затуннелили. И то, как бы я прибежал туда, просто он мне попался. Я бы мог побежать и за тем, кто его спас. То есть я не прям целенаправленно его искал. Просто, ну так получилось. Тяжелая публика.